Тель-Авиве прошла жеребьевка полуфинальной стадии музыкального конкурса Eurovision Song Contest 2019. По ее результатам Республика Молдова выступит во втором полуфинале, который состоится 16 мая. Okay. The next country. Moldova. Okay, and Moldova will perform in the first half of the second semi-final. Организаторы телевизионного песенного шоу определили порядок выхода на сцену конкурсантов. Вместе с представителем Республики Молдова во втором полуфинале выступят исполнители из Швейцарии, Швеции, Ирландии, Австрии, Латвии, Румынии, Дании, Армении, Албании, Азербайджана, Македонии, Норвегии, России, а также Нидерландов, Хорватии, Литвы и Мальты. Первый полуфинал конкурса Eurovision Song Contest 2019 состоится 14 мая. Кто будет представлять Молдову на конкурсе в Тель-Авиве, станет известно 3 марта, когда состоится финал национального отборочного этапа. Всего жюри предстоит оценить творчество 26 исполнителей и прослушать 28 музыкальных произведений. Прослушивание лайв состоится в субботу, 2 февраля. Напомним, что организатором 64-го по счету телевизионного музыкального конкурса Eurovision Song Contest 2019 Израиль стал после победы Неты Барзилай, которая в прошлом году с песней «Той» очаровала многомиллионную публику. Представляющая Республику Молдова группа «Доредос» в том году замкнула первую десятку лучших исполнителей.